Нижегородские просторы высоко оценил и гражданин Германии Реме Кирш. Ему они понравились настолько, что он придумал и вскоре воплотил проект «Руде», названный по первым буквам слов «русиш» и «дойч» — «русский немец». Так рядом с деревней Инютино возник прообраз немецкого поселения, жители которого намерены в итоге получить российское гражданство и переехать в Россию навсегда. Реме Кирш решение это принял 6 лет назад, основательно поколесив по России, о чем открыто рассказал в своем видеоблоге. Он считает, что в стремительно меняющемся мире европейские страны утратили привычный жизненный уклад, в то время как в России традиционные ценности незыблемы, и для него это возможность сохранить себя. Когда вы уезжаете, вы думаете о том, куда бы вы могли поехать. Потом проводишь пальцем по карте, выбираешь страны для посещения. И мы всегда выбирали Россию. Я бы сказал, из-за социализации в ГДР. Из-за друзей, писем, контактов, которые были тогда. Мы совершили поездку на старом ГАЗ-66, старом русском военном автомобиле, через всю Россию до озера Байкал, чтобы познакомиться с простыми людьми, с деревенской обычной жизнью. И тогда мы поняли, наше место здесь, не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а именно здесь, в деревне. Наша страна должна на системной основе открыть двери для таких людей, которые видят ее пространство как привычное, комфортное и желаемое для своей жизни, для своей самореализации. То есть мы должны не просто быть не против, что называется, а создать условия, чтобы здесь таким людям было удобно. Количество таких людей, в том числе не по линии Реме Кирша, достаточно из большого количества стран. Не только из Германии, в том числе из Соединенных Штатов Америки, из других европейских стран.